Я вас всех приветствую, дорогие мои, кто заглянет ко мне на канал. С вами канал вязания, я Вера Бармова. Сегодня вечер, посиделки на кухне. Я, как и обещала, переехала на новое место. Чаёк пьём. Милости просим, заходите. Пишите, кто заходит. Ставьте сразу пальчик вверх, что вы меня слышите. Всем здравствуйте, кто заходит, девочки, пишем, кто заходит, я хочу знать, кто ко мне зашел на кухню, на мое новое место жительства. Здравствуйте, здравствуйте. Кто еще у нас, девочки, кто есть, мальчики, девочки, пишем, здороваемся, заходим. Хочу с вами просто сегодня поговорить, потому что я переехала в новое место жительства. Ну, как на новое место жительства? Я в том же районе, в том же селе. Ой, в том же селе говорю. В той же области, только из своего дома, из села переехала пока в город на временное место жительства. Пожалуйста, пишите, кто ко мне заходит в чат. Я хочу всех видеть, хочу со всеми поздороваться. Может, у кого-то есть вопросики? Давайте поотвечаю вам. Спрашивайте, кого что интересует. Сразу. Уже не вытерпела сегодня. Добрый вечер, здравствуйте. Привет из Латвии. Очень рада вас видеть. Анна Шиловская. Здравствуйте, Анечка. С новосельем. Но. Девчонки, давайте чайку попьем на кухне. Ну, у нас не новоселье. Ой, это наоборот. Это там дочь прошла, не пугайтесь. Это никакое не привидение в капюшоне. Я думала, она уже спит, оказывается. Она потихаря выползла. А я тут на кухне хотела немножко посидеть тихоря. Я думала, что она уже уснула, ей завтра на работу. А мне-то завтра выходной. Девчонки, пишите, кто зашел. Ставьте пальчики вверх. Я вас не вижу ни где-то. Кто у меня зашел? 20 человек, кто зашел? Анечка, как у вас дела? Чем занимаетесь? Танечка Темнова. Ой, добрый день. Давно вас тоже не слышно, не видно было. Да, переехала. А что там? А что нам долго собираться? Покидала вещички, главное, что все свои инструменты там. Короче, одна коробка, только одна большая коробка была, получилась у меня с нитками, со спицами, со всякими прибамбасами. Только одна коробка, вторая коробка там вещи получилась. После обеда приехали, машину там знакомого наняли, переехали. Вот, пока приехали, пока туда-сюда, туда-сюда. И вот решила все-таки вечером к вам выйти в эфир. Что, ты этот покажешь, да, фотоаппарат? Я фотоаппарат покажешь? А, ну хорошо. Да, мне сегодня тут дочь еще подарок такой сделала. Заехали в магазин и купили хороший фотоаппарат с этим. Как на... А, со штативом. Во, фотоаппарат, штатив. В общем, говорит, мама, тебе полная свобода действия. Ой, конечно, нам собраться только под этот, подпоясаться. Что там? Ничего такого страшного нету. Главное не забыть самые нужные вещи. Поэтому. Вяжу кофту, вот думаю, не хватит на рукава, будет жилетка. Будет жилетка. Светлана Левченко. Угу. Добрый вечер из Белоруссии. Спасибо. Квартиру снимаем. Ну, давайте уже, давайте завтра, наверное, с утра, девчонки, да, сейчас уже темно, здесь еще уже показывает. Завтра с утра покажу вам квартиру. Квартира на 11 этаже. Она как считается, дочь? А, ну это многоквартирный дом, квартира, как новой планировки, да? Да.
Ну да, вот квартира новой планировки. Сейчас я вот нахожусь на кухне. Ну, там у нас на лоджии стоит газ, мойка. А здесь как бы кухня оборудованная, тоже под комнату, столик, диванчик. Ну, это давайте уже все завтра, там на камере я вам все это сниму. Вот. Извиняюсь за такой. Она тоже с душа пришла. Тоже в этом. Сейчас очень вам покажет. Какой она нам сделала подарок. Буду в кадр ходить. Она стесняется. Какой фотоаппарат классный, девчонки. Как он это? Кэнон. Вот. Так что видео у вас будут теперь в хорошем качестве. Слышите, да, видео обещаем в хорошем качестве теперь. Вот такой вот, девчонки, фотоаппарат. Кэнон. Такой вот он зеркальный, да? Да, это зеркальный. Еще плюс штатив. Так что надеемся, теперь главное еще сделать нам уголок, чтобы свет падал. Ну, в общем, чтобы была более-менее профессиональная съемка. Почему фотоаппарат? Ну, он, во-первых, и видео уже снимает. Сейчас же такие же у нас фотоаппараты вместе с видео. И в том числе делать хорошие фото. Вот, и вот такой вот, и вот такой вот штатив. Он все это раздвигается, все это вот так устанавливаться будет, здесь вот ручка, все это двигается. В общем, такая профессиональная, более-менее, да, профессиональная такая вещь. Штатив, установка, фотоаппарат, и еще тут у них флешка, да, стоит. Здесь стоит флешка на 64 гигабайта. То есть, наверное, часа два точно можно снимать будет. Нужно проверить. Ну, проверим. Мы еще, правда, не проверяли. Мы еще сами тут часа два поколупались, а как его настроить еще надо. Вроде бы как фотографии делать разобрались немножко, но вот как видео еще снимать и как потом с фотоаппарата перекидывать на компьютер, пока еще не разобрались. Но обещаем, что так, завтра у меня дочь на работе, да, послезавтра мы разберемся с этим фотоаппаратом и уже потом начнем, постараемся делать более качественные съемки вам, девчонки. Так, давайте я одену очки, прочитаю, а то я без очков не вижу. Так, Анечка Шиловская, Светлана Левченко, здравствуйте, из Белоруссии, да, здравствуйте. Квартиру снимаем, да, квартиру снимаем. Пока еще не заработали, но я думаю, что все еще впереди будет у нас. Вообще я мечтаю эту квартиру купить, честно. Мне эта квартира очень нравится, она такая теплая, уютная. Ну, вообще, не знаю, вот планировка как-то, ну, нравится мне эта квартира. Я бы с удовольствием ее купила по возможности, я думаю, что купим. Так, Екатерина Никитина, здравствуйте, Катенька, рада тоже. Добрый вечер, Катерина Алексеева, Светлана Левченко, круто, жизнь меняется к лучшему. Поэтому, девчонки, тоже не сидите на месте, постарайтесь изменить как-то свою жизнь, пускай она у вас тоже будет хорошая, яркая. Хочу сидеть на одном месте, девчата. Вот, в общем, вот такие у меня подарки сегодня. Я еще такой вот подарок получила. Ну, пользоваться будем вместе с дочерью. Она у меня тоже любит снимать фото снимать. Она у нее тоже давно такая мечта была, чтобы иметь такой фотоаппарат. Ну, будем, в общем, один на двоих будем пользовать. Вот такие вот, девчонки, у нас сегодня дела. Ну вот, она уже начинает уже снимать. Опустите. Вот. Разбирается. Штатив мешает. Немножко, конечно, надо еще завтра все это разобрать, надо положить себе уголок сделать, вот эти все нитки, всю пряжу, все это сложить куда-то, все это все разобраться. Из Донецка. Здравствуйте, Леонорочка, здравствуйте. Спасибо, у нас всегда очень хорошо вечером, всегда интересно. Козлов, пускай мечты сбываются, чистое сердце. Спасибо большое, девчонки. Я тоже хочу, чтобы у вас тоже ваши мечты сбывались, чтобы тоже у вас все было хорошо. Главное не бояться.
вот так взять, собраться и раз, и сорваться. И главное, что есть куда сорваться, идти. Все получается. Главное здоровье. Спасибо, Леночка, большое вам тоже. Вот, ну что, она нас фотографирует, пользуется. Я вам, знаете, сейчас хочу показать все-таки, попробую сейчас ноутбук вынести, в окошко показать, какой вид из окна, девчонки. Камера все равно видится. Выключи свет, пожалуйста. Выключи свет. Сейчас она свет выключит. Вот посмотрите, это 11 этаж, девчата. Вот такой вот. Я понимаю, что отражает в окне свет, но это вот 11 этаж. Откройте его. Как? А, окошко, да, точно. Что ж я так-то? Вот это наш город с высоты 11 этажа ночью. Так, ну ладно, хватит, окошко можно закрыть. Показала вам немножко. Завтра я вам покажу все полностью. Сейчас я окно закрою. Так, посмотрели нашу красоту, да, немножко показала, но завтра днем возьму нормально камеру и вам все это покажу, как на самом деле это все. Кстати, интернет подключили, знаете, нам, ну, буквально за сколько, Донечка? Полчаса. За полчаса оставили заявку, тут же приехали ребята, поставили Wi-Fi, подключили интернет, и пока я уже приехала со своими чемоданами, интернет у нас уже работал. Поэтому я вечером уже спокойно к вам вышла сюда. И что интересно, интернет очень быстро здесь работает. По сравнению с тем, что там у меня дома, это интернет от Билайна, да, у вас? Здесь интернет от Билайна. А дома там у меня был интернет от Казахтелекома, Мегалайн. Намного медленнее работал. Но доча говорит, что здесь 11 этаж, поэтому быстрее ловит все вот эти вот, как их, волны, сигнал. Да? Сигнал быстрее ловит, поэтому 11 этаж, говорит, сигнал быстрее ловит, поэтому. Так, ну что ж еще вам, девчонки, рассказать? Расскажу еще вот что. Вчера вечером сидела, вот вязала эту кофту. Помните, да, в тот раз вечером, когда мы с вами разговаривали, у меня была довязана одна половина. Вот, а сегодня у меня уже вот какое уже продвижение, видите? Но я там сняла небольшие ролики, снимала, немножко обзор еще делала. Здесь вот уже на рукавчик вышло. Здесь получается, вот видите, как соединяется. Вот эта вот половина еще не законченная. А здесь вот уже этот угол вывязан. И если посмотреть его с боковой стороны, то на боковой стороне он вот так смотрится. Вот видите, какая красотень. Здесь просто я еще до конца не зашила, как бы наживульканный, да, он вот здесь вот. Вот здесь вот снизу он соединен, вот здесь вот он соединен и вяжется туда-обратно. Угол вот этот туда-обратно. Здесь посередине 3 петли вместе. Из каждого лицевого ряда тоже здесь 2 петли убавляешь, идешь сюда. Потом 3 вместе сюда уходишь. Переворачиваешь изделие, опять 2 вместе сюда выходишь, 3 петли вместе. В общем, получается, что в каждом ряду идут убавки. От кромочных по 2 петли и посередине 3 петли вместе. В результате получается вот такой вот симпатичный угол. Здесь рисунок совпал. Если берешь ее с этой стороны, то кофточка смотрится вот так вот. Теперь остается мне связать вторую половину таким же образом. Но решила сделать сначала связать рукав. Посмотреть, как же это все-таки рукав будет смотреться. Рукав же здесь сначала же остаются так. Здесь это соединяется. И вот это вот плечо. Здесь плечо вяжется рукава точно так же.
Здесь 3 петли вместе. А с этой стороны, где со стороны проймы, здесь вместе. Ой, наоборот. Здесь 3 петли вместе, а здесь добавляется 2 петли по краям. И вот получается пока вот такой вот рукавчик получается. Не знаю уж, как он дальше у меня, по идее, должен вывязаться, как он должен смотреться. Ну, в общем, рукав сейчас вот такой вот. Но если оденешь кофточку на себя, то смотрится тоже симпатичненько. Как вам, девчонка, кофточка? Нравится? Нет? Пишите, девочки. А то что-то все замолчали, все смотрят, наверное. Или у меня интернет пропал. Не вижу вас, никого не вижу, никто не пишет. Или пальчики вверх поставьте. Вот эту вот работу мне надо за пару дней закончить, наверное, пару-тройку дней закончить. Потому что у меня пришел опять один заказ. Надо связать для новорожденного, как его, господи, забыла, комбинзон. Вот этот комбинзон для детей, для ребенка надо связать. Видите, да, Ирина Диас, спасибо, плюсик поставили. Татьяна, классная кофточка. Ну вот для меня такой способ вязания первый раз. Я еще таким способом, таким своеобразной такой техникой еще не вязала. Поэтому думаю, дай-ка я попробую, как у меня получится. Потом уже можно что-нибудь другое придумать. Расцветка очень интересная. Но я понимаю, что сейчас она на камеру так не очень хорошо, наверное, выглядит все-таки. А в жизни она намного, намного интересней. В общем, вот такая вот. Но это будет, знаете, такая вот, уже ближе к весне, чтобы такая вот азартная кофточка. Ну, вы, конечно, можете взять и другую расцветку, по идее, посмотреть, что у вас получится. А вот насчет... Где мой телефон? А вот насчет... Помните, да, я же говорила, да, что я связала толстовку с капюшоном. Вот парнишка, не знаю, сейчас вы как это увидите, нет, вот хозяин стоит в своей толстовке, которую я связала, которую я до Нового года ее связала. Вот хозяин стоит в этой толстовке своей. Очень ему понравилось, очень доволен остался. Главное, мы успели. Танечка, я МК по этой кофточке, такой по петельной МК я не снимаю. Но я снимаю как обзор, но потом, когда вот... вы главное здесь знаете, что самое... не ошибиться, вот в наборе, первом наборе вот этих вот петель распределение на вот этих половинок, да, как бы, да, на этих клине, на 4 клина. А в принципе здесь... такого ничего нет, но я буду все рассказывать, я все снимала. Я снимала все, постаралась вам все это объяснить. Но вот этот вот первоначальный ряд, вот здесь, когда идет распределение, я это вам сниму отдельно, потом покажу. Главное теперь нам камеру установить и найти мне место в квартире, чтобы было все хорошо снимать. А здесь, в принципе, что здесь идет? Здесь просто... центральная петля, вы знаете, как вяжется, как шаль вяжется, вот точно так же. Шали мы как вяжем, да, начальный набираем 7 петель и оставляем одну центральную петлю, от нее делаем прибавки, да, и все. А здесь у нас не одна центральная петля получается, а 1, 2, 3, 4, 5 центральных петель, то есть одна кромочная, центральная петля, потом здесь идет добавки, опять центральная петля, добавки, центральная петля, добавки, и вот так вот идет. И от каждой центральной петли надо просто добавлять петельки. А когда он же как бы квадратом вывязывается, вот так, если соединить вместе, то получается, видите, квадрат. Но мы его не квадратом вяжем, мы его отдельно вяжем. Когда вот эта часть вывязалась до горловины, вот так, до плеча, то вот эту вот закрываем набросовую нить временно
И продолжаем вязать низ кофты до тех пор здесь, пока у вас пройма вывяжется. То есть это же теперь одна же, каждая половина же отдельно вяжется. Здесь пройма вывязывается. А когда уже пройма все больше не надо, то также продолжаем добавлять на середине петли с каждой, от центральной петли справа и слева. А здесь после кромочной просто две вместе. И получается вот такое вот полотно. Но оно становится углом. И потом этот угол надо тоже вывязывать. В общем, девчонки, буду я вам снимать все ролики. Там у меня уже заготовка есть. Я когда вчера довязала в 12 часов ночи, я сняла несколько роликов, чтобы, ну, показать и объяснить, как я вязала, девчонки. Вот такие дела. Ну что, дорогие мои, если у кого-то есть вопросы, давайте задавайте. Или все сидят, вяжут. Танечка, что вы сейчас вяжете? Расскажите, как ваши дела, как здоровье, как ваши детки? Что у нас еще есть? Что-то, по-моему, у меня новенькие. Ведьма Райдос. Первый раз такое слышу. Что у нас еще есть? Кто-то новенький к нам зашел. Так. Хорошо, все сидят, вяжут потихоньку. Ладно, дорогие мои девочки, я с вами поздоровалась, так что ждите теперь каждый день видео. Буду вам снимать, показывать, рассказывать. Буду теперь вести такие более-менее блоги, может быть, в конце концов. Да, еще хочу вот что вам сказать. Все мои житейские блоги я буду скидывать на новый канал. То есть этот канал не будем сильно засорять житейским, житие мое. Не будем сильно засорять, будем на новом канале, будем открывать. Вернее, я уже открыла этот канал, вернее, даже он у меня был, этот канал. Но я все вот эти вот блоги, все разговоры, все буду скидывать на тот канал. Я вам оставлю ссылку на тот канал обязательно, даже, наверное, сейчас это сделаю. Вот. А на этом канале точно так же будут продолжаться вязальные блоги, мастер-классы будут, все так же и будет, девочки. Так что за это не переживайте. Просто неохота путать житейское свое, житейские блоги вместе с вязальными процессами. Сейчас откроется новый браузер, я вам скину ссылку на новый канал, чтобы вы знали, он где находится. Можете туда сразу подписаться. Там я выставила несколько старых роликов для начала. Ну, чтобы вы поняли, что это мой канал. А потом уже будут там новые видео. Что ты пробуешь фотоаппарат, как он? Здесь, наверное, все равно надо свет отрегулировать, дочь. Ух ты. Но оно само не, так, не такой цвет дает. Почему? Такой же? Да. Мне кажется, все равно здесь надо этот сделать. Ну, здесь свет нужен. Свет еще как надо отрегулировать, но. Ну-ка на меня посмотрите. Она его все испытывает, девчонки. Ну, давай. Ой, зачем вспышку? Вот. Что, получилось? Не надо вспышку. Без вспышки сделаем. Сейчас, девочки, я вам поставлю ссылку на новый, на другой канал, где будут у меня блоги идти, чтобы вы просто знали, что есть у меня другой канал. И если где-то вы случайно не на моем канале увидите мои ролики, то можете просто спросить, что это, кто это. Так, сейчас я вам поставлю ссылку. Вот ссылка, проверьте, она рабочая ссылка или нет. Можете сейчас зайти по этой ссылке посмотреть. Так, Танечка, что, детки нормальные, внучки подарочки отправили, вяжу сейчас палантин. Раздозорились, да, ясненько. Правильно, гардероб обновляете, давно пора, правильно, Танечка, молодцы.
Так вот, девочки, вот это вот будет еще один канал, так что можете. Спасибо большое. У вас такое имя — ведьма Райдос. Почему такое именно? Вы чем-то занимаетесь интересным? Или это вы просто такой псевдоним взяли? Интересно. Или вы на самом деле занимаетесь тем, что вы написали, что ведьма Райдос? А, битва экстрасенсов. Я сейчас зашла на Виктория Райдос. Ссылка. Вы экстрасенс? Потому что на Ютубе стоит именно ведьма Виктория Райдос, победитель 16-й битвы экстрасенсов. Или нет? А есть просто ведьма Райдос? Есть такой канал. Ага. Ну ладно, это не важно. Чем вы занимаетесь? Это не важно для нас. Главное, мы что здесь все мирные, дружные и никому зла ничего не желаем. Так, что у нас еще? Все отлично, подписалась. Ну, спасибо, девочки. Вера, здравствуйте, рада вашему эфиру. Здравствуйте, Фазия, очень рада вас тоже видеть. Мы в прошлый раз, оказывается, сидели, почти 2 часа сидели, да, с вами, девчонки, разговаривали, подняли такую интересную тему — политика. Было столько отзывов на то, что мы так поговорили. Спасибо, девчонки. Просто я имею в виду, что вдруг там какой-то... Я, в общем, все такие вот житейские какие-то блоги, какие-то там, может быть, отрывочки буду туда скидывать, вот, чтобы не засорять этот канал. Так что, ну, может быть, и на этом канале будет по привычке что-то, и на том канале будет. Ну, не хочется, чтобы один канал полностью именно забивался вот этими лишними. Потому что девчонки некоторые обижаются, что у вас же вензальный канал, зачем вы там всякие блоги туда-сюда, вот это вот болталки ставите. Ну, их тоже понять можно, я же не обижаюсь на них. Их тоже понять можно. Ну, что ты тут все щелкалась, что получается? Наигралась. Наигралась? На сегодня, да. Давай иди спи, тебе завтра на работу. Так вот, все, наверное, сказала, девчонки, вам. Так что давайте до завтра. Ждите вечерком видео, а может быть, я тоже в прямой эфир выйду, покажу вам, что, как, где, почем и сколько. Завтра я буду одна дома. Ага, хорошо было, весело, и все хорошо говорили. Да. Так что всем сегодня спокойной ночи, отдыхайте. Надеюсь, скоро мы все увидимся. Всем пока-пока. Все новости рассказала. Я жива, здоровая, доехала. До следующих встреч, девчонки. Всем пока.